Механизмы решения проблемных вопросов долевого строительства обсудил губернатор Андрей Клычков с прокурором области Владиславом Малкиным. Более 1000 жителей региона ждут решения своего квартирного вопроса. В единый реестр проблемных объектов включены 11 домов. Еще по 8 переносились сроки строительства. В течение прошлого года проводилась большая работа по признанию банкротами ряда компаний, сказал глава региона. Но сейчас наступает момент, когда уже нужно переходить к следующей стадии. Безусловно, мы здесь, я думаю, что можем вместе выработать тот механизм, который позволит и защитить граждан, ну и пресечь возможные преступления или правонарушения. В настоящее время следственными органами в области расследуется порядка 10 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. Более того, ряд уголовных дел возбужден после личного приема по тем многоквартирным домам, которые, к сожалению, не находились в поле зрения правоохранительного блока. Сейчас уголовная правовая оценка дана. Вы знаете, действия застройщиков вызывают просто возмущение, потому что помимо того, что просто работы на объектах не ведутся, они крайне негативно относятся к участникам долевого строительства. Там выявлены многомиллионные хищения, и поэтому, я думаю, единственной возможной мерой пресечения в отношении таких взорвавшихся застройщиков будет заключение под стражу.